Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Cats. Так, кто-то там перешел на уровень. Так, ну а мы с вами начинаем открывать сундуки от спонсоров. Так, что у нас тут? Ага, на ХП ящик, это хорошо. И наш откроем обычный. Да какая ошибка. Так, валун, циркулярка, комета. Что же, забираем это все. О, бонус еще, это хорошо. Так, липкий диск. Слушайте, довольно неплохо. Так, давайте, наверное, мы с вами, я вот не знаю, активируем ящик и... Или нам сразу идти на чемпионат. Давайте вначале набьем ящиков себе. Так. Девой. Ага, отлично, мы его побеждаем. Давайте дальше пойдем. Еще пока ничего нам не выдали. Карп. Оу-оу-оу-оу. Да, проиграл ему. Однако комета рулит, как я посмотрю. Ладно, не беда, продолжаем. Бенедикт. Так, ну здесь он проиграл. Шикарно. Дадут, нет? Пока нет. Ребята, будем бить до тех пор, пока не набьем себе сундуки. А то мне потом нечего будет открывать. Робсона мы побеждаем. И нам дают фиолетовый сундук. Это очень хорошо. Так, Костас. Ну-ка, 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 ну-ка. Ай, нет, ребята, проиграл я ему. Как-то это очень прискорбно. Так, Билл. Ну что ж, давай посмотрим. Оу, нет, отлично, ребята. Вышли мы из положения. Завершающий был выстрел у нас. И победный. Так, опять у нас... Опять Робсон. Ну, извини, братишка. И, наверное, все, да, на этом? Да ты смотри, не дают, а? Ладно, давайте еще тогда. Кроки. Ну что же, Кроки 7, мы тебя победили. Ну сейчас должны ожидать уже. Ну что же, все, ребята, теперь можно смело идти на чемпионат. Я на 7-м месте. Давайте смотреть. Монофикс, ничего себе, у него 3 лазера было. Так, Киклол, вообще замечательно. Меня тут разбирают. Карас. Ну, неужели? Одну медальку получили, это отлично. Монг. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это вот плохо, ребят. Да, Джон. Ну, да ну нафиг. Проигрываем, ребята, мы проигрываем. Мне Мирон вообще меня раздавил. Крит. Да что такое, что за нефарт, а? Так, Ник. Ну, его побеждаем. Но здесь ребята уже не дают нам медали, так что смысла там смотреть нету. Да, надо мне, по идее, машину свою улучшать. Так, у меня две ракетницы, точнее, два близнеца. Давайте вот так вот сделаем. Приходится тратить кристаллы, а чё ж поделаешь. Все очень дорого стоит. Так, ну что, 12 тысяч у меня атака. В принципе, ребята... Я думаю, что мы с вами должны будем перейти на следующий этап. Так что давайте встретимся уже в следующей игре и посмотрим, будет ли так или нет. Ну что ж, ребята, поздравляю нас. Мы перешли с вами на 20-й этап. Продвигаемся, и у нас уже доступны красные детали, более мощные. Давайте выберем наклеечку себе. О, супер ящик дали. Так, пирамида, реверс, лазер, валун, ролик, дрель, луноход. Отлично. Так, ну что же, приступаем. Давайте открывать вначале ящики. Так, от спонсоров пошел у нас. Ну-ну-ну-ну, вот, отлично, дали нам с энергией. Хотя, в принципе, мне они сейчас не нужны. И давайте наш откроем ящик. Что здесь? Да, опять же ящик с энергией дали. Бонус. Мы получаем с вами комету. Угу, вот оно как. Ну что же, давайте тогда посмотрим комету эту. Ёлки-палки, она хороша, но, извините меня, 10 энергии, а у меня 19. Да, как говорится, и хочется, и колется. Даже если я буду в нее, ребята, втюхивать энергию, я столько бабла туда вложу, что лучше этого не делать.
Ну что же мы сможем с вами сделать за два жетончика? Что тут можно улучшить? Так, колеса, пирамиду я не буду. Да у меня и не хватит. Так, реверсами я не пользуюсь. Тоже их не буду. Я даже, честно говоря, и не знаю. Так, это что? Это торговец. Угу, при продаже на 20%. Да? А здесь скидки какие-то. Я не знаю, что это за скидки. Ни разу их не делал. На быстрых боях. Что это означает, ума не приложу. Ну, в принципе, я думаю, что это мне не обязательно. Так, защита в чемпионате. Денежный бонус дает 20%. И награда за быструю ставку. Ага, это дополнительный бонус. Понятно. Ну, мне тоже это пока не нужно. Тюнинг реверса. Ладно, ребят, давайте попробуем с вами набить ящики опять. А то у меня их не осталось. Отлично. Так, мы растем потихоньку. Что такое? Ага, защита успешная в чемпионате. Делати. Ну, есть. Мы побеждаем Делати. Что такое? Защита в чемпионате. Мы, пока мы здесь, ребята, с вами воюем, я там побеждаю. Ну, готов. Салам, малейку. Так, ну что же, один ящик есть уже. Еще осталось два. Каплан. Ну, я думаю, здесь победа за нами, естественно. Так, что там еще у нас будет? Шок. Ну, давай, шок. Все, даже противогаз тебе твой не помог. Не дают пока еще, а? Пока еще не дают. Ух ты, тут... Ничего себе, как он меня с дрелью этот... Эндри быстро меня расфигачил. Ладно, давайте-ка еще разок. Маразма. Маразма. Слушайте, две ракетницы лазера, это очень плохо. Очень плохо для меня. Сами прекрасно видели. И опять мне фиг, а не ящик. Опять придется набивать металл. Ну, металла мы побеждаем. Да, он машет флажком, сдался. Ну что же, отлично, ребята, еще один остался нам сундучок. FIFA Rafa. Ну и назвал себя он. Так, ладно, давайте, наверное, активируем. Блин, так хочется посмотреть все это за 30 минут. Не то все, не то. Так, ну что ж, давайте глянем. Что мы можем с вами? У нас 210 тысяч по деньгам. Так, близнецы у нас имеют почти 7 тысяч атаки. Сейчас мы их немножко усилим. Давайте. Да не то. О, еще плюс 175. Замечательно, у меня уже 13 тысяч атаки в общей сложности. А вот этот, интересно, был бы лучше или нет, а? Так, ну что, 1500 мы теряем. Но я думаю, что мы их сможем легко восполнить. По идее-то, да? Ну да, вливаем. Вот практически и сравняли. А почему я это сделал, ребят? Потому что у этого близнеца, как видите, звезд на порядок больше. Значит, я его смогу прокачивать намного больше и лучше. Так, эту мы тоже... Да не то, не то, не так. Вот сюда вливаем. Ага, еще плюс 175. Ну что же, наша атака растет. Вот что-то надо с колесами делать, ребят. Оу, давайте-ка, наверное, вот это вот поменяем. Отлично. А здесь у нас... Так, это слабенькое. Есть какое-нибудь колесо-то получше, нету? Ну-ка, ты... Нет, все не то. Ладно, с колесами все ясно. Тогда давайте сделаем... У нас денег ноль, а колес дофига. Давайте продавать вот эти все слабенькие. Так, одно пошло, это тоже на продажу пойдет. И это, естественно. Давай тоже. 2-3 звезды у нас, как говорится, не котируются. Поэтому все идет на продажу. Здесь реверс... Реверсов-то сколько, елки-палки. Так, ну что, уже нормально, 118 тысяч есть. Уже можно, наверное, что-нибудь, кстати, и влить. Денег пока хватит.
Так, давайте попробуем. О, шикарно. Так, о, еще плюс 175, да. Обязательно вливаем. И у нас атака 13320. Блин, комету, что с кометой? Ну-ка. О, еще 175 дает. Это будет неплохо, кстати, ребята. Может быть, в эту лучше. А, я даже не знаю, как сделать-то. Давайте сюда. Хорошо, фиг с ним. Все-таки 5 звезд у этого близнеца. Так что есть смысл сюда вкладываться. Да. О, еще 175, отлично. Нет, денег у меня нету. Уже пошло все за кристаллы. Быстро, конечно, они тратятся. Но апгрейд стоит очень дорого на данный момент. Нет, эту мы, наверное, пока придержим. Не будем этого делать. Вот это продадим. Тоже на продажу пойдет. И ты тоже. Так, сколько по деньгам получается? 44 тысячи. Ну, а теперь вливаем. Отлично. Ну что, почти, ребята, 14 тысяч атаки у нас. Это все равно мало. Да какая, блин, куда ты... Не тот корпус, ё-моё. Нечаянно переставил, извините, ребята. Так, давайте все обратно поставим, как у меня было. Так, трехзвездочное и четырехзвездочное колесо. Ну что же, в принципе, наверное, пока и все, да? Так, лазер тут у меня. Колеса. Давайте. Нет, мало очень прибавляет, ребята. Ну-ка, вот, в корпус можно, в принципе, влить. Да, давай, за кристаллы, фиг с ним. Оу, 825. Это стоящее вложение. Ну, так, для лунохода. Давайте его тоже вольем. Еще 825 прибавки у нас. Ну что, давайте выбьем себе последний сундук. Хуртадо. Нет, братишка, тут извини, я укрепился, усилился, так что не видать тебе победы надо мной. Так, там у меня защита в чемпионате, значит, я побеждаю кого-то. Слушайте, довольно неплохо вроде бы я усилился. Смотрите, все идет пока без проблем. Можно будет, в принципе, и на чемпионат сходить. Так, давайте с этим посмотрим, что получится у нас. Это кто у нас? Боб. Хорошо. Ой, на выстрел вообще. Почему в деревянном корпусе был? И последний сундук, ребята, у нас фиолетовый достался. Очень хорошо. На каком я месте? На 14-м. Так, ну что ж, смотрим. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично, ребята. Первая победа есть. Так, Рэймон. Ну-ну-ну-ну. Отлично. И Рэймона мы победили. Так, а вот здесь уже... Вот здесь похуже, блин. Он своим ковшом меня приподнял. Ну, вот здесь, братишка, ты зря перепрыгиваешь меня. У меня близнецы. Так что атака и спереди, и сзади. Готов, огурец. Так, Лина. Ну, давай Лину разбираем, ёлки-палки. Отлично, готово. Кстати, она... Была на втором престиже. Да, Иисусу мы проиграли. АКМ. Я смотрю, тут мода так и осталась на валуны. Ничего не изменилось. И, наверное, вряд ли что-то изменится. Но им же хуже. Так, 7 побед уже у нас. Оу-оу-оу-оу-оу, тихо. Блин, как он быстро, а. Дрель, это, конечно, опасная штука. Особенно, блин, в ближнем бою. Так, Машка. Ну, нет, не получится. Больно сильная бронявая оказалась. Да что ж такое-то? Опять не прет, а. Сахар. Блин, нет, ребят, нифига не получается. 7 побед всего я выиграл. И перехожу на 6-ю позицию. Ладно, просто у меня не хватает деталей. Так что давайте подождем и продолжим с вами. Ну что, ребята, продолжаем играть в Cats. Так, открываем. Что у нас тут достается? Титан, импульс, дрель, валун, ракетница. Вау, комплект на атаку, вот это хорошо. Давайте открывать еще один ящик. Дадут нам что-нибудь путевое или нет? К сожалению, ничего хорошего не дали. Ага, бонус. Из него выпадает титан. Да. Ну что же, активируем ящик. И, ребята, я думаю, что нам надо сходить на чемпионат и посмотреть. Блин, я опять на 7-м месте. Впереди, видать, очень хорошие и крутые враги. Опять Машка.
Так, глядим. Да, помню я ее. Мы тогда ее не победили. Так, Егор. Оу, щет. Да что ж такое-то? Блин. Надо что-то делать с этим, ребята. Акито. Вот тебе и Акито. Разбирает меня здесь, как сосунка. Масяня даже разобрала. Так, Иисус. Сейчас бомбанет, да, своим лазером и разбивает меня. Майк. Что-то я тут вообще вялый, ребята. Даже Макса, наверное. Хотя... Нет, не получится. Ионная циркулярка меня достала. Так, ну что ж, давайте посмотрим тогда, что мы можем с вами сделать с моей машиной. Так, корпус. Титан. Так, это валун у нас. У меня очень мало хп, ребята. Всего 43 тысячи. Ну и атака очень слабенькая. Так, тут 7006. А лазер у нас сколько? Так, 6. Блин, неохота, честно говоря, менять-то ничего. Просто если усилить хорошенько. Оу, 175. Довольно неплохо. Давайте сделаем. Так, ты мало мне прибавляешь. Так, у меня здесь комплект на атаку есть. Ага, вот он, ребята. Давайте-ка его вольем. Ух ты, считай, 3000 к атаке. Это уже что-то. Уже прогресс какой-то сейчас будет. Налицо, я вам скажу. Так, смотрите. Какая ракетница, ну-ка. Да, мы потеряли с вами 2500, но я думаю, что, наверное, сможем их компенсировать по-быренькому, если сейчас вот эту вот... Вау, конечно, делаем, ребят. Да-да-да-да-да, придется тратить кристаллы. Но оно того стоит, поверьте мне. Одного близнеца мне хватит, если что, для атаки сзади. Ну, а эту мы с вами усилим. С деньгами, конечно, у меня сейчас проблемка очень большая. Надо что-то продать, ребят. Давайте начнем с колес. Так, шикарно. Все, 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 что нам не нужно, будем продавать. Так, проныру. Давайте титана этого. Ну, соточка набралась. Да, набралась. Я думаю, может быть, еще комплекты энергии продать. Мы все равно уже близко уже к финалу. И вряд ли они нам пригодятся. Так, в это колесо есть смысл влить маленько, да? Смотрите. Не хватает буквально чуть-чуть. Так, сюда как-то не подходит. Так, у меня есть реверс. Давайте вот так, наверное, сделаем. Совсем маленько не хватает, чтобы еще немножко повысить нам. Вот, отлично, ракетница сейчас будет еще 175. Ну что же, почти 17 тысяч, ребята. Можно, в принципе, и посмотреть, как у нас сейчас пойдут дела. Так, опять это Машка. Нет, мы ей проиграем. Черт, подери. Так, а Егор? Ну нафиг, да что такое-то? Ну, отлично. Так, Акито. Блин, Акито везде побрита, елки-палки. Масяня, ну ее-то хоть... Конечно. Да, ребята, влился, но, как видите, маловато. Все-таки лазером они меня сносят. Ну и пила в ближнем бою тоже довольно сильно жарит. Ну, по крайней мере, я уже на 5-м месте. Что же можно сделать-то еще такого хорошего, чтобы мы выиграли и хотя бы попали в тройку? Я даже не знаю. Может быть, вот так попробовать? Чтобы они еле-еле к нам подъезжали, а мы уже в это время их расстреливали. Ну, Машке понятно, проигрываем. Хотя там немножко ей не хватило. Так, Егор. Черта с два. Не выходит нифига. Акито. Ровным счетом я ничего в этом не выиграл. Убрав колесо. Думал, что хоть какая-то будет польза от этого. Ничего не выходит, ребята. Бомбят, бомбят и еще раз бомбят. Ну, Макса-то этого хоть победим. Да черт-то с два, не хватило там буквально маленько. Ну,
А дальше уже пошли просто-напросто без звезд. Ладно, ребята, ну что ж, тогда давайте немножечко подождем, когда у меня откроются детали, и продолжим с вами играть. Ну что ж, ребята, продолжаем играть в игру Cats. Давайте посмотрим, что у меня здесь. Так, Реймон перешел на следующий этап. Не надо мне ваше спецпредложение. За 269 рублей открываем сундучки. Так, реверс, это все ерунда. Воу, на ХП, ребята, вот это хорошо. Ящик на ХП нам нужен обязательно, пригодится. Ну, а из обычного что-нибудь выпадет? Нет, ничего хорошего и толкового не было. Так, а в бонусе? Импульс. Да, фигня. Блин, у меня ящиков-то не осталось опять. Что за беда? Ну-ка, давайте-ка глянем. Так, валун. Ну-ка, давайте вольем. Ух ты, 1650 сразу прибавляет. Довольно некисло. Слушайте, смотрите, проныра какой, а? С тремя отверстиями под оружием. Довольно неплохо. Так, здесь у нас идет реверс импульс. Вау, еще 1650. У меня уже почти 50 тысяч хп. Это довольно хорошо. Так, давайте дальше тогда мы с вами вот этот. И еще 825. И... вау, 49 тысяч хп. Отлично. Так, в колесо 250. Блин, недостаточно монет. Что можно продать, ребята, а? Давайте вот так сделаем. Вот так. Это нам потому что уже не пригодится. Так, подожди. Вот это колесо. Ну, это, наверное, тоже до кучи. Оно все равно не нужно нам. Так, и вот это вот. Ну что, блин, а где у меня... А-ау. Так, а вообще-то можно было бы сразу бы втюхать, в принципе, комплект, да, на ХП. И не париться лишний раз. Так, отлично. И больше пока у меня ничего здесь нету. Остальное все очень дорого стоит, ребята. Последние деньги. Так, еще на 1000 я себе прибавил. Ну, вот, маленько осталось, ребята. Опять за кристаллы все. Блин, кристаллы-то хотелось поберечь. Неохота их просто так раскидывать. Ну что же, давайте набьем, наверное, сундуки себе. Поехали, Рокко. Да. Фига, он быстро меня тут накумарил. Ваня. А вот Ване не повезло. Так, отлично. Пока ничего не дали. Митчелл. Да, мы проиграли. Слушайте, блин, вот мне бы корпус такой же, как у него, но только покруче, чтобы было побольше слотов. Ну, Дима. Диму мы победили. Отлично. Ну, давайте сундуки, хватит уже это, жадничать-то. Оу, вот здесь для меня невыгодная позиция, ребята. Сами видите, я просто на него наехал, и все мои снаряды летят в небо, вместо того, чтобы по нему. Так, Монтерио. Слушайте, а здесь, по-моему, да, я победил. И это хорошо. Так, ладно, один сундук есть. Осталось еще два. Так, готов. Дальше продолжаем. Сколько тут надо? По-моему, 5 побед, если я не ошибаюсь, чтобы победали сундук и звезду дополнительную. Точнее, не звезду, а корону на ящик. По-моему, да, 5 побед. Ну и так далее. 5, и потом за 10 дают. Вау-вау-вау-вау, тихо-тихо, беде. Успокойся. Захотел мне ковшом поднять, а? Ну что ж, ребята, последний остается ящик. Никола Идис. Не дали пока. Так, Дияб. Ну, здесь победа. Как ни странно. Награда за серию 129 жетончиков. Растем помаленечку, растем. Блин, а вот здесь вот плохо. А нет. Хорошо, что колесо у него было впереди. И
Не получилось нам наехать на него. Все, ребята, сундуки у нас в кармане. Я на 9 месте. Это очень плохо. Плохой результат. Поехали. Будем смотреть. Так. Ну, отлично. Помните его, да, Иисуса? Теперь он получил по заслугам. У-у-у, Машка. Ну, чуть-чуть нам не хватило, ребята, буквально маленько. Так, Егор. Ёлки-палки, а вот Егору мы проиграли. Какая-то Лина тут уже появилась, ее же не было. Ну, тем не менее, она на втором у нас этом престиже и получила. А вот и Масяня. Блин, тоже меня разобрала. Акита какой-то появился. Готов. Так, Анунах. Анунах. Ну, получи тогда. Черт подери, ну! Глупо, конечно, сейчас было. Да успокойтесь вы со своими пилами-то, а, разошлись. Дэн. Вот пилит, гад, пилит. Распилил. Так, АКМ. А вот это ты хорошо придумал. Так, ну. Готов огурец. Так, ребят, слушайте, у нас же, по-моему, кончились с медалями оппоненты. Так что, я думаю, нет смысла дальше продолжать. И мы с вами перешли на 4 место. Ну, это уже хоть какой-то результат. Возможно, в следующем этапе мы с вами перейдем уже на следующий уровень. Так, ох, елки-палки. Вы видели, сколько оно дает хп нам? Обалдеть. Давайте продадим весь хлам, чтобы поменьше тратить кристаллов. И соглашаемся. Ё-моё, вот теперь уже совсем другое дело. 55 тысяч хп. Ух ты, еще 500-очку мы сейчас получаем. Да, придется вливать. 56, вот это уже результат, ребят. Думаю, с таким результатом мы можем с вами потягаться. Ну что же, а на этом я тогда буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы увидимся с вами в следующей серии. А на этом все, всем пока, удачи.